Подъем, спуск, параллельные перила, маятник, а старшие ребята проходят еще и навесную переправу. Вся дистанция больше километра. Преодолевает ее на лыжах. Что одним помогает, другим мешает. В общем, все зависит только от подготовки команд. Можно было бы быстрее, но для этого нужен опыт и тренироваться, тренировки. Первенство города по спортивному туризму на лыжных дистанциях – третий этап зимней туриады. Она проходит ежегодно и собирает самых спортивных ребят. Участвует 11 команд, представителей школ и центра дополнительного образования. Первый этап – это были у нас узлы, мы вязали. Второй этап – звездный поход. И третий этап – первенство города Искитима. И затем будет общее у нас подведение итогов по всей зимней туриаде. Пока нельзя даже предположить, кто будет победителем. Пройти дистанцию не только быстро, но и без ошибок. Задача, которая стоит перед каждой командой. Этот этап, говорят организаторы, может в корне поменять исход всей туриады в целом.